Всем привет, автосалон Toyota. Давненько мы здесь не были. Давайте посмотрим, какие машины представлены, какие цены. Недавно опять все подорожало, в том числе и Corolla и так далее. Давайте начнем с нее. Смотрите, у нас, видимо, не самая топовая комплектация, потому что у нас снизу эти заглушки. Ну, тут с внешним видом уже все стандартно, всем все знакомо. Машина вот эта, если я правильно понимаю, продана. Написано там, что... Давайте сейчас просто посмотрим, какие цены теперь на эту машину. Повторители поворотов здесь, видите, в зеркалах. Антенна, кули, плавник. Здесь у нас литье. Но сзади дисковые тормоза. Резина Dunlop. И что у нас тут? 205-55 R16. Вот так вот все выглядит это. Давайте посмотрим ценники. Что теперь просят за вот эти машины. Да, этот... Мы автомобиль продан, видите, не знаю, уже пишут, что, мол, вот это все вот, ну, ерунда, типа дилеры вот это все сами придумывают. Ну, не знаю, какой им смысл и резон все это дело придумывать. Мне как-то это непонятно. Смотрим, Toyota Corolla. Кто не помнит, напомню, что здесь стоит движок один, безальтернативный, 1,6 литра и 122 лошади здесь. В базе машина стоит 1 335 000 рублей. Это у нас комплектация стандарт на ручке. В комплектации Classic на ручке машина уже будет стоить 1 424 000. И с вариатора машина будет стоить в комплектации Classic 1 480 000 рублей. В третьей комплектации комфорт машина будет идти только с вариатором, и стоить она уже будет 1 595 000 рублей. В комплектации Prestige 1 138 000, и вариатор, и Prestige Safety 1 857 000 рублей будет стоять вариатор. И доплата за цвет у нас металлик 17 000, перламутр 25 000 рублей. То есть практически в топе она будет стоить уже 1 900 000, да, там без малого. Вот такие вот расценки. На Prestige, допустим, стоит 1 138 000, если вы заходите вдруг перламутр, то есть нужно будет добавить 25 500, ну, почти 1 800 000 будет стоить, да, предтоповая версия. Но, честно говоря, за эти деньги, наверное, что-то уже можно другое поискать, те же седаны или вообще кроссоверы, как считаете. При этом Corolla, опять же, с вариатором, ну, как-то вот в последнее время она не очень стала котироваться. Как считаете? Идем дальше. Новый RAV4. Практически бестселлер. Машина просто выстрелила в продажах. Как бы, кто бы что ни говорил, наверное, даже сами тойотовцы не ожидали, что так получится. Тем не менее, многие говорили, что она там страшная, там угловатая, да, какие-то вот эти формы, бла-бла-бла. И тем не менее, просто продажи вот этой машины, ну, можно сказать, прут. Вот просто продается, продается и продается. То есть, несмотря там на пандемию и так далее, машина вот эта очень-очень неплохо продается. Смотрим. Черные рейлинги, антенна, кули, плавник. Задние датчики парковки. Цвет такой интересный, он что-то типа темно-синий с переходом в зеленый такой вот цвет. Здесь уже сзади имеется тонировка. Такой вот бампер здесь, ну, куча пластика. Спереди и сзади имеются брызгвички. Тут у нас, видите, подножка, дефлекторы уже дилер приколхозил. Они, кстати, фирменные. Тут написано Toyota, вот Toyota. Резина здесь Bridgestone, кстати. Что тут, сварки, смотрите. Давайте посмотрим, что здесь в салоне. Машин очень мало. Машин очень мало. RAV4. Тканевые сиденья. Кожаный подлокотник у нас тут. Два подстаканника глубоких. Просто огромные ниши. Режим эко, нормал, спорт. Электронный ручник, солнце, автохолд. Климат-контроль. Включение ESP, руль в коже. Ну и тут пошло по накатанному. Мягкий верх, большой экран. И так далее. Отсечник имеется. Сзади еще бокс-подлокотник.
эта тачка стоит больше 2 миллионов. Сейчас посмотрим. Здесь тоже, видите, полностью вот прямо отсюда все пошло. Полностью идет сюда вот все в коже. И вот такая вот у нас имеется ручка. Тут, видите, прорезиненная часть. Это и насечка, чтобы рука у вас четко фиксировала ручку. И уплотнитель имеется. Отлично. Давайте посмотрим, сколько же стоит эта машина. Так, смотрим. Toyota RAV4. Стоимость представленного автомобиля без учета выгоды 2 миллиона 195 тысяч рублей. Выгода при сдаче текущего автомобиля в трейд-ин 100 тысяч рублей. И в итоге вот эта машина стоит 2 миллиона 95 тысяч рублей. Как вам такая цена? И вообще, какие сейчас стали цены? Потому что, например, у Тигуана убрали одну или две комплектации. То есть вот так все стало происходить. Toyota RAV4. На выбор у нас два двигателя, 2-литровый и 2,5 литра. Значит, в базе, смотрите, у нас комплектация стандарт. Стоит она с передним приводом, 2-литровым движком и механикой 6-ступенчатой 1 миллион 884 500 рублей. Следующая у нас комплектация комфорт с двигателем 2 литра передним приводом и вариатором будет стоить 2 миллиона 108 тысяч 500 рублей. С тем же мотором и вариатором, но полным приводом, машина будет стоить 2 миллиона 214 тысяч 500 рублей. И машина с 8-ступенчатым автоматом, 2,5-литровым движком и полным приводом уже будет стоить 2 миллиона 418 тысяч 500 рублей в комплектации комфорт. Дальше, престиж. Теперь видите, как раньше было или-или, а теперь можно купить машину в комплектации престиж и с движком 2 литра и вариатором за 2 миллиона 418 тысяч 500 рублей. И также можно купить машину в комплектации престиж, но уже с движком 2,5 литра и автоматом с полным приводом за 2 миллиона 622 тысячи 500 рублей. И также в топовой комплектации Prestige Safety можно купить машину и с 2-литровым движком, и с 2,5-литровым движком. И там будет полный привод, но с 2-литровым движком будет идти вариатор, и будет машина стоить 2 миллиона 595 тысяч 500 рублей. А с автоматом и более мощным мотором машина будет стоить 2 миллиона 799 тысяч 500 рублей. При этом не забываем, что покрытие металлик стоит 19 тысяч рублей и перламутр 26 тысяч рублей. Такие вот цены. Цены действительно с 01.08.2020 года. Кстати, вот эти все тонкости, вот эти, видите, здесь внизу мелким-мелким шрифтом, всегда почти у всех написано, что цены эти просто как бы вот, ну, завод типа рекомендует, да, а дилеры, они имеют право цену устанавливать такую, какую они хотят. Поэтому здесь ничего удивительного нет в том, что цены могут отличаться в высшую сторону от цен, рекомендуемых заводом. Понятно, да? Мощность у нас у 2-литрового движка 149 лошадок и у 2,5-литрового движка 199 лошадиных сил. Ну вот так вот все происходит. Идем дальше. Вот видите, у нас пошли машины, почти все сняты с тест-драйвов, потому что машин даже у Toyota нет, то есть не хватает, не успевает Япа все это дело производить и так далее. Поэтому вот так происходит. Давайте смотреть. Land Cruiser 200. Уважаемые клиенты, что написано? По вопросам презентации автомобиля после вас обращаться к менеджерам отдела продаж. Цены здесь я не вижу, но, видимо, будет цена договорная, если вдруг захотят вот эту машину купить, потому что она же как бы уже типа немного бушная, правильно? Поэтому как-то вот, наверное, цену не указывает. Смотрите, у нас линзованный свет, туманки, много хрома. Передние датчики парковки, такие здоровые колещаги, подножки здесь, огромные зеркала, целое трюмо, да. Тут и посмотрели просто в зеркалах тоже, рейлинги имеются, хромированная окантовка, много чего. Давайте почитаем. Резина Dunlop 285-50R20, вот так вот. Здесь у нас, видите, арки как завод обработаны, и все. Никаких подкрылков, ничего, только здесь маленький кусочек
брызговик сзади имеется, спереди тоже. Бесключевой доступ. Смотрите, у нас здесь Land Cruiser, тут еще подсветочка. Мягкий верх. Все это стеклоподъемники. Блокировка дверей стекол. Такая вот огромная массивная ручка под мужскую такую руку, да? Раз, два, три, память сидений. Здесь такая вставка под дерево. Мягкий подлокотник, понятно. Уплотнитель имеется. А тут, смотрите, вот сварочка, да, раз. Тут, видимо, тоже вот прикрыли, да, два. Ну и вот у нас сварочка три. Кстати, и четыре. Вот, вот такие дела. Кожаный на салон. Тут перфорация имеется. Зачетный руль. Круглый у нас, видите, тут тоже вставки от дерева. Естественно, что здесь есть подогрев, голосовое управление и так далее. Здесь, как видите, у нас электрорегулировки руля. Считается, что это менее безопасный, нежели когда у нас ручные настройки вот так. Тут, обратите внимание, у нас куча-куча всяких помощников. И тут что? Кнопка запуска двигателя, большой экран, такая подсветка. Люк имеется, и у нас вообще черный салон. И здесь что? Да, у нас еще охлаждаемый бокс. Такой вот пивасик или кому там лимонадик охладить. Два подстаканника. Ехали мы в августе на море. Два вот таких вот белых красавца. Короче, я не знаю, как получилось так, что... А тут, кстати, у нас, смотрите, экзекутив лаунж, то есть удлиненный слегка, это самый топ, я так понимаю. Вот. Два вот таких вот красавца. Ну, видимо, или перегоняли, или чего, потому что номера были прикрыты. То есть вот здесь просто тупо тряпки так болтались. Я уж не знаю, как они ехали, потому что буквально они нас обогнали после того, как мы проехали пост ГИ. Вот. То есть с такой скоростью они летели, тряпки эти болтаются. Но, наверное, что перед постом ГИ еще снимали или как, я честно так и не понял. Но, тем не менее, лихо они так бац-бац-бац погнали, все. Вроде машина такая тяжелая, да, а едет она очень и очень прилично и быстро. Давайте посмотрим, сколько же здесь просят за эту машину. Вернее, не за эту, а вообще, потому что, я так понимаю, это будет чуть-чуть по дешевке продано, если она еще будет продана. Так, смотрим. Toyota Land Cruiser 200. Предлагается два движка 4,6 литра бензиновый и шестиступенчатый автомат. И 4,5 литра дизельный, тоже автомат. Здесь у нас с бензиновым движком 309 лошадей и крутящий момент 439 ньютона-метров. У дизеля 249 лошадок и 650 ньютона-метров. Расход в смешанном цикле у дизеля 10,2 литра и у бензинового 13,9 литра. Ну, вот это вот, конечно, офигеть. Дальше смотрим. Есть у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Комплектация Elegance. Это у нас база. Машина стоит 5 миллионов 69 тысяч рублей бензиновый вариант. И 5 239 это дизельный вариант. Престиж, вторая комплектация. 5 миллионов 383 тысячи бензин, 5 миллионов 544 тысячи дизель. Люкс Сейфити пятиместный, 5 миллионов 630 тысяч бензин, 5 миллионов 772 тысячи дизель. И семиместный Люкс Сейфити, 5 миллионов 666 тысяч бензин, 5 миллионов 838 тысяч дизель. TRDI, комплектация бензиновая, 6 миллионов 63 тысячи, дизельная 6 миллионов 214 тысяч рублей. И самый топ экзекутив лаунж 6 миллионов 203 тысячи бензин, 6 миллионов 344 тысячи дизель. Ну и, соответственно, доплата за долгократное покрытие перламутра для всей комплектации, кроме TRDI и экзекутив лаунж, 63 тысячи рублей. Металлик 42 тысячи рублей. Ну вот такое дело. Тоже цену действительно, там 1.07.
Вот, так что здесь совсем-совсем немного осталось, и уже машина будет скоро стоить по 10 миллионов, да? То есть что тут, еще пару подорожаний, собственно, и все. Land Cruiser Prado. Смотрите, тоже черные рейлинги. Огромные стекла. Тоже такие вот колещаги. Тоже, видите, машина снята с тест-драйва, поставлена здесь, потому что машин как бы нет. А так они будут хотя бы, вот, народ пришел, ну и как бы, во-первых, в салоне хоть что-то стоит, а во-вторых, кому надо, вот посмотрел, если уж сильно приспичило, прямо отсюда выехали, поехали, прокатились, как бы, и тут же потом сюда ее поставят. Ну, что делать? Как-то вот так вот выходит из положения. Такие вот, видите, у нас огромные колеса, тоже, смотрите, здесь вот как с завода. Все это обработано, и больше здесь ничего нет. Ни локеров, никаких, ничего. Вот только сзади имеются брызговички. Спереди тоже подножка. Но я так понимаю, это тоже топ, потому что все машины тест-драйвы, они практически сюда у всех производителей в топе. Да, видите, там тоже написано «Уважаемые клиенты», бла-бла-бла. То есть тоже здесь получается, если они вдруг ее будут продавать, я так понимаю, чуть-чуть подешевле, потому что машина-то уже чуть-чуть бэушная. Лицевой свет, туманки, матли фар, передние датчики парковки и тоже машина в белом свете. Давайте посмотрим, сколько же вот эти машины стоят и какие комплектации и вообще. Итак, 2,7 литра бензиновый движок, 2,8 литра дизель и 4-литровый бензиновый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь комплектаций, да, у нас классик в базе. Машина стоит 2 миллиона 656 тысяч 600 рублей. И механика. В стандарте машина будет стоить 2 миллиона 953 тысячи бензиновый движок 2,7 литра и механика. И 3 миллиона 10 тысяч с тем же движком, но уже автоматно будет машина стоить. Комфорт 3 миллиона 459 тысяч дизель 2,8 литра, Элеганс дизель 3 миллиона 774 тысячи 2,8 литра и бензиновый движок 4-литровый 3 миллиона 823 тысячи рублей. Стайл комплектация идет только с дизелем 3 миллиона 957 тысяч рублей, Престиж с дизелем 2,8 литра 4 миллиона 28 тысяч и бензиновый 4-литровый движок 4 миллиона 76 тысяч рублей. TRDI дизель 4 миллиона 241 тысяча рублей. 4-литровый движок. Но если машина будет стоять, то она будет стоить 4 миллиона 290 тысяч рублей. Люкс Safety 5-местный дизель 4 миллиона 492 тысячи. И машина с бензиновым движком 4-литровым 4 миллиона 541 тысячи рублей. С таким же движком, но 7-местный Люкс Safety уже будет стоить 4 миллиона 612 тысяч рублей. И с дизелем 4 миллиона 563 тысячи рублей. Соответственно, также здесь металлик стоит 26 тысяч рублей. Перламутр 39 тысяч рублей. Вот такие вот расценки. Всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 цветов на выбор предлагается. Давайте посмотрим, что здесь, если открыто, посмотрим, что здесь предлагается в салоне. Но, я так понимаю, не особо оно было отличаться, тем не менее. Тоже большие зеркала. Посмотрите, про зеркала, подножки. Давайте посмотрим. Да, все открыто. Электропривод сидений у пассажира. Ну, у водителя, естественно, это все будет. Тоже здесь у нас перфорация, кожаный салон. Все, видите, у нас кнопки авто. Такая более... Хотя нет... Нет, все-таки поменьше еще ручечка. Ну и тут что, запираемый у нас бардачок. Вот так все здесь. Это что, подарок, что ли? Ну, не дешевенький, да. Можно и подарить. Ставки под дерево. Тут тоже все обшито кожей. Тут такие вот подстаканники. Отключение ESP. Ну тут много-много-много чего и помощь при спуске с горы. Тогда, смотрите, большой экран. Мягкий верх, понятно. Тут что, тоже охлаждаемый этот бокс. Зачетно. Видите, у нас
охлаждение и подогрев сидений. Шикарно все. И тут еще тоже какой-то такой отсек. Да, что-то там мелочевку какую-то положить. Круто. Ну, собственно, тут тоже, видите, у нас люк, отсечник, зеркало с автозатемнением. Ну и вот, как выглядит все здесь, вот так. Ну что, машина, конечно, хорошая, но бензина наезд, конечно, согласитесь, плюс. Цена. Что это у нас, смотрите, резина Хэнкук 235-55R19, производитель Хэнкук, Корея. 4 штуки, 41 381 рубль 60 копеек, да? Зимняя резина. Вот еще, смотрите, у нас тест-драйв Toyota Center, Белгород. Новый Toyota Hilux или Hilux, то как называют. Bridgestone резина 265-60R18. Ну и тут, видите, как тоже все практически. А нет, и тут есть, но вот это вот не защищено просто никак. Запаска вон снизу. Тоже, смотрите, целые фартуки, да, получается. И спереди тоже имеется все это дело. Вот такой вот кузов. Сюда обращаю внимание, смотрите, как зачетно. Вроде как вот, ну, полугрузовая машина, да. А видите, как тоже все покрашено, классно. То есть не там экономить, чтобы там типа, а тут все равно нет, прям четко все как вот снаружи, так и здесь все также покрашено. За доплату здесь вам могут это все дело обшить пластиком, ну и соответственно это будет стоить какие-то деньги. Видите, у нас есть тонировка, что тут нам предлагают, где подножки, ну тут тоже какие-то эти пластиковые накладки имеются, черные ручки, не сет кузов, бесключевой доступ. Вот такая вот дверь. И смотрите, здесь у нас уже двери цельно штампованные. Нет никакой сварки. Отлично. Уплотнитель имеется. Тут все отделано мягким. Хотя вот это вот мягким. А тут обман такой. Прям тоже строчка, да. А тут все уже идет твердое. Твиттеры. Динамики такие. Все литра стеклоподъемники. Все авто. Болгар кадерей стекол. Вкладываем зеркала. Такая вот ручечка небольшая, зачетная. Здесь есть такой прилив, чтобы, если руки у вас мокрые, ветром не сорвет. Тут подбутыльник имеется, и что-то еще можно расположить. Toyota. Ну и тут у нас электропривод сиденья, еще пока все работает, еще не село ничего. Тоже у нас кожа салон, перфорация. Ну и вот так здесь все выглядит. Кнопка запуска двигателя. Тут тоже все. И все равно еще, видите, у нас есть заглушка. Два подстаканника. Они у нас, видите, раздельные. Так все. Круиз. Руль в коже. Toyota. И тоже, смотрите, у нас черный салон. Вот так все здесь выглядит. Ну что. Да, тут все. Отделка твердым пошла. Ручка, чтобы удобно было присаживаться. Давайте посмотрим, сколько же сейчас стоят эти машины. Потому что, опять же, так ненавязчиво, без каких, без шума и пыли. Раз, потом где-то так пару СМИ напишет, что, мол, Toyota подорожали, и все, и опять и так все шито-крыто. Никто особо, естественно, это афишировать не будет. А народ приходит и в салон, опа, а машина-то подорожала. Вот так здесь выглядит задняя дверь. Карман есть, карман есть. Тут еще, кстати, вот такой вот у нас подлокотник. Давайте смотреть, что же просит за вот эту машину. По какой цене ее предлагает. Смотрим. Новый Toyota Hilux, будем так говорить. 2,4 литра дизель и 2,8 литра дизель. Так. Значит, в первом случае у нас мощность двигателя 150 лошадок, во втором случае 200 лошадей. Смотрим, стандарт, база. Машина стоит 2 518 000 рублей.
комфорте машина будет стоить 2 665 000 рублей, и тоже будет механика. Движок будет 2,4 литра. В комфорте уже двигатель более мощный, 2,8 литра. И будет стоять автомат. Машина стоит 2 913 000 рублей. И Black Onyx, то бишь самый-самый топ, 3 203 000 рублей. С автоматом, понятно, да? 200 лошадок и дизельный движок. И тоже металлик 19 тысяч, перламутр 29 тысяч рублей. Такие вот цены. RAV4. Вот этот вот трафик уже продан. Ну, да, сейчас посмотрим. Еще раз повторяю, что вот лично я не верю в то, что там кто-то уже начинает там, ну, типа, ванговать, что вот такие машины, это типа дилеры что-то мутят, там пишут, что типа вот создают искусственный ажиотаж. А если у них машин, ну, как бы, нет вообще, и что делать? То есть держать вот такую машину, не продавать, глупо. Полный привод. Тут смотрите, задние датчики парковки. Почему-то черные рейлинги. И тут тоже имеется тонировка. И тут что-то, видите, как вот намудрили окошко, потом бац, это самодверь, и тут еще вставочка. Ну, это чтобы стекло четко ходило. Потому что здесь ручка, все такое, и чтобы стекло. Ну, честно говоря, вот это не совсем мне нравится, вот этот момент. Большие такие диски, пластик в обвес. Ну, и вот эти тоже моменты, я уже не раз говорил, что на белом прям видно, что вот почему-то здесь обрывается, и вот этот кусочек, он как-то вот не совсем. Сейчас, если кто не видел, почему-то вот примерно вот такие же будут квадратные вот эти вот арки на новом Тусане. И почему-то он весь будет изрезан такими вот фотка. Почему-то он будет весь изрезан какими-то этими вот непонятными линиями. Для чего это делается, честно слово, вот я не понимаю. Что уже из этих машин делает, не пойми чего. Да, вот видите, извините, вот у этого автомобиля уже есть владелец. Мы с радостью предложим вам другой. Ну, и если есть наличие. Тоже перламутр, красиво смотрится. Ну что, давайте смотреть. Вот у нас еще есть Камри. Машин-то совсем мало. В белом цвете. Смотрите, у нас какие диски. Резина Якохама. Вот так вот. 10-35-40. R19. В арках стоит пластик. Складываем зеркала. Такие вот. И что тут у нас? Почему-то ручки хромированы, и здесь бесключевой доступ. Ну, давайте посмотрим, сколько сейчас просят за Тойоту. Вот эту вот Камри. Тоже, видите, машина продана. Смотрим. Теперь Камри стоит в базе 1 718 000 рублей. Смотрим, у нас есть движки 2 литра, 2,5 литра и 3,5 литра. С 2-литровым движком машина в базе стоит 1 718 000 рублей. И везде стоит уже у нас автомат. С движком 3,5 литра уже будет идти автомат 8-ступенчатый. Стандарт плюс вторая комплектация. 1 796 000 машина будет с движком 2 литра. И 1 918 000 с двигателем 2,5 литра. Классик, то есть третья комплектация. 1 876 000 с 2-литровым движком. С более мощным мотором 1 998 000 рублей. Элегант Сейфити только с движком 2,5 литра уже 2 113 000 рублей стоит Камри. Это пипец. S Edition 2 220 000 с движком 2,5 литра. Престиж Сейфити 2 225 000 с двигателем 2,5 литра. Люкс Сейфити 2 357 000 рублей, 2,5 литра движок. И 2 515 000 стоит машина с движком 3,5 литра и 8-ступенчатым автоматом. И самый-самый жир, экзекутив Сейфити, машина стоит 2 690 000 рублей. Так это еще без доплаты за цвет. А доплата за цвет у нас металлик 21 000, перламутр 32 000 рублей. Вот как хотите. То есть самый-самый топ машина будет стоить уже 2 720 000 рублей. Не больше и не меньше. Вот так. Медзонный свет, туманки, матли фар, датчики парковки спереди и сзади. Ну и давайте еще вот черненько посмотрим. Смотрите, такие вот диски, как спицы. Честно говоря, мне такие не очень нравятся.
как считаете, вот зачетный. Думал, они двухцветные, а тут просто так темным отсвечивает. Резина Goodyear. Спереди и сзади имеются брызговики. Тоже машина закрыта, не знаю, продана она или нет. И тут у нас в цвет кузова. Тут вот видите, как вроде как кажется маленькая. На самом деле вот 4 пальца ходит вот в эту нишку. И вроде как уже и нормально. Поначалу думал, совсем здесь места мало. И вот этот момент мне тоже не нравится. Эти кружки ходят. Но что делать? Вот так все сделано. Камри. Антенна, кули, плавник. Но цены мы с вами только что посмотрели. Вот такая вот стоит Камри. Собственно, и все. Еще раз. У нас здесь Камри, Королла, RAV4, Land Cruiser 200, Прадик, Хайлакс и все. Больше машин нет. И то эти машины, видите, они сняты с тест-драйвов. Пишите, комментируйте. Всем пока, счастливо. Nokian Hakkapeliitta 285-60R18. Страна, изготовитель Россия. И диск еще, видите, у нас такой реплей. Страна, изготовитель Китай. За комплект 135 000 рублей. Вот такое дело.